Привет, привет, привет. Hello, my friend. Ну, вот это да. Hello, hello. Короче, за 3 дня надо научиться английскому. Я лечу на выживание, не понимаю куда, в какой-то гетто, в криминальные районы. Нужно будет неделю выживать без сотовой связи, без интернета, без гаджетов, без ничего. Вот только, короче, я и все. И вот это все место. И нужно неделю как-то есть, зарабатывать, выживать. Нас закинули в самый юг Африки, в Кейптаун. Кейптаун, да. Был телохранитель, в общем, ну, вооруженный. Но это местные ребята были, да. Забрасывали камнями там нашу съемочную группу, когда они его отъезжали уже. Вот. То есть, реально, шутки шутками, знаешь, это entertainment, но для этих ребят, там, у них может быть пушка, они могут пальнуть и даже не подумать. Ну, мы ели, да, с ними вместе спали, именно вот в этих местах, в трущобах, спали вместе с ними. Были разные задания там. Самое первое, там, обменяться вещами с местными, вот полностью до трусов. Говорят, если не успеете, типа, все, спите, все вещи забирают, спите в этих трусах, в носках. На улице, вот, прям на берегу. И там, короче, у вас ровно 2 часа времени там и тому подобное, там, да, там найти еду, это, и все, и погнали, короче. Самое классное, что, ну, мы же учим как бы не языку, а вот реально мечте, которая у человека есть, или там задачи, да. И для нас, соответственно, ну, у нас, естественно, не было никакого такого кейса, никакого учебника не написано по чуваку, которому вдруг через 3 дня нужно лететь неизвестно куда, без средств связи, и как-то нужно ему помочь выжить, да. И как бы то, для всех это такая крутая задача, мы такие... Воу, типа, let's do it. Вообще лютые преподы, прикольный подход. Я, короче, кайфанул со всех вообще. Ну, типа, мы сразу написали, что к чему, что мне надо. Вот, поприкалывались, ну, постоянно ржали над всем. My name is Ryan, I'm founder Ryan Media Company. I'm founder creative agency of the Ryan Media. I'm expert in video marketing. Wow. I can make YouTube channels of the business. Значит, I make ads and various video. Ну, короче, и вот такая вот история. That's so amazing. You're doing so great. Oh, my goodness. I'm so proud of the teachers. I will send this recording, yeah? And they will be so happy. Мои учителя, вот я им пошлю запись этого. Я представляю, они будут, мне кажется, плакать от гордости за сына. Я понял, что в основном, на самом деле, не важно, как бы, что ты говоришь, а важно, как ты это говоришь, как ты подаешь, и что на уровне эмоций, на уровне чувств, вот, на харизме, как бы, мы многое что там вывозили, то есть на языке жестов, и я такой момент был, я прям так с него кайфанул, 7 утра, берег Атлантического океана, да, мы сидим, я сижу на корточках на лужайке, и вот смотрю на траву, понимаю вот всю вот эту красоту, волны, и мы сидим вот с этим афроафриканцем парнем, и, короче говоря, мы поймали такую одну волну, что вот мы даже без слов, мы смотря друг другу в глаза, вот понимали друг друга.